Thank you.
это большой джазовый оркестр. Спасибо вам огромное за то, что вы решили провести этот вечер с нами. Сегодня у нас особая программа. Вот уже несколько дней мы играем замечательную программу музыки Beatles, и будем это делать еще несколько дней, но сегодня особый вечер для нас. Дело в том, что сегодня единственный вечер, когда наш органист Владимир Нестенко играет на самом настоящем электрооргане, который работает практически без электричества. Владимир Нестенко будет развлекать вас сегодня весь вечер. Вот он, Владимир. Нам пришлось его притащить с верхнего этажа. Это было очень непросто. Нет, этот орган. И если есть желающие помочь его отнести обратно после концерта, мы будем рады вашей помощи. Эти концерты мы посвящаем 50-летию пластинки, замечательной пластинки оркестра Count Basie, которая называется Basie's Beatle Back. Это пластинка с музыкой Пола Маккартни и Джона Леннона, была записана прямо посередине битломании в 1966 году. В нее вошли в основном аранжировки Чика Фаррелла, написанные на произведения группы Beatles раннего периода, поэтому сегодня вы некоторых любимых песен не услышите, которые были записаны группой Beatles позже. И мы хотели бы начать наше выступление с композиции Джона Леннона. Это своеобразный гимн этой истерии по поводу группы Beatles из одноименного фильма. Называется эта песня «Help», «Помоги мне». Thank you.
Спасибо большое Сергею Баунину, Юрию Севастьянову. Спасибо огромное. Следующая наша композиция называется «And I love her», что значит «Я ее люблю». Итак, друзья, надеюсь, вы все прекрасно знаете эту мелодию. Спасибо большое, спасибо вам огромное. Еще одна мелодия Пола Маккартни. Называется она «All My Love», что значит «Все мои возлюбленные». И по легенде Пол Маккартни написал ее, когда брился. Видимо, пришлось бриться очень долго, вспоминая всех его возлюбленных. Так, all my lovely. И я вам напоминаю, что сегодня для вас играет большой джазовый оркестр и Владимир Нестеренко. Это будет нечестно. К сожалению, Владимир Нестеренко, это будет нечестно. Thank you.
Спасибо. Сейчас мы хотели представить нашего замечательного альтсаксофониста, которого зовут Александр Языков. Александр Языков сыграет для вас замечательную джазовую балладу, которую написал Джордж Харрисон. В оригинальном варианте это не было балладой, но Александр Языков не Джордж Харрисон, поэтому он сейчас вложит в эту замечательную мелодию совершенно другие эмоции. И называется эта мелодия «Do you want to know a secret?» А не хотела ли бы ты узнать секрет? Александр Языков.
Спасибо большое. Роман Сикачев на баритон саксофоне. А также Владимир Нестеренко на электрооргане хаммер. Оказывается, у Владимира Нестеренко есть небольшой ансамбль. Возможно, вы об этом не знали. Именно этот ансамбль начал наше выступление. Так, мы хотели бы предоставить Владимиру Нестеренко высказаться, так как, к сожалению, он мало играет в остальных композициях. И он сейчас представит свое органное трио, он же органный квартет. И он сыграет композицию Джона Леннона, которая называется «Across the Universe». А его органное трио включает в себя барабанщик Александра Зингера, гитариста Александра Мурашкина и тенор-саксофониста Сергея Баулина. Thank you.
Друзья, мы хотели бы сыграть для вас пару композиций из репертуара другого оркестра, который обращался к музыке Битлз и к музыке различных рок-групп конца 60-х годов. Это знаменитый оркестр Бадди Рича. Сейчас мы переходим к развлекательной части нашей программы. И все, что до этого было, это было очень тихо, потому что сейчас будет настоящая рок-музыка, по мнению Владимира Нестеренко. И его трио. Так, друзья, первая композиция из этих двух. Норвежский лес. Виктор Гравкин, друзья, на саксофоне, и Сергей Гимазерзинов на тромбоне. И, конечно же, Владимир Нестеренко на органе.
А мы сейчас сыграем для вас еще одну композицию из репертуара оркестра Бадди Рича. Это аранжировка очень популярной мелодии в конце 60-х годов. Написал ее один из первых настоящих рок-звезд. Лидер группы Doors, звали его Джим Моррисон. И мелодия эта называется «Hello, I love you», что значит «Привет, я люблю тебя». Остальные слова вам лучше бы не знать. Thank you.
Андрея Лавриненко на электротромбоне. И Александр Мурашкин на электрогитаре, друзья. Александр Мурашкин. Thank you.
Вау! Представляете, сколько нам времени пришлось потратить, чтобы разучить такую сложную композицию? Спасибо огромное, друзья. Я хотел бы представить музыкантов нашего оркестра. Пока еще помню их имена. Это Владимир Смирнов играл сегодня на трубе. Сергей Пономарев играл сегодня для вас на трубе. Павел Иванов также играл для вас сегодня на трубе. Сергей Баулин играл для вас также на тенор-саксофоне. Юрий Севастьянов играл для вас также на тенор-саксофоне. На альт-саксофоне играл для вас Виктор Геравкер. Александр Языков играл для вас на саксофоне. Владимир Смирнов немного обиделся. Роман Сикачев играл сегодня для вас на баритон саксофоне. Андрей Лавриненко, тенор-тромбон. Сергей Геннадьевдинов, альт-тромбон. И Архип Самсонов на сопрано. Роман Салмасов играл сегодня для вас на контрабасе. Александр Мурашкин играл для вас на электрогитаре, даже на двух целых. Александр... Александр Зингер играл сегодня для вас на барабанах. Не только играл, но еще и стучал по ним. И, конечно же, Владимир Нестеренко играл и стучал по электрооргану. Спасибо огромное, друзья. Перед тем, как мы сыграем нашу последнюю композицию, здесь очень... жарко, поэтому мы вынуждены начинать завершаться. Мы хотели бы сыграть для вас композицию, которая называется «При небольшой помощи моих друзей, друзья». При небольшой материальной тоже. Итак... With a little help from my friends. Спасибо вам огромное, это был большой джазовый оркестр. Приходите обязательно на наши концерты. В самое ближайшее время их будет у нас очень много, поэтому следите, пожалуйста, за рекламой наружной Москвы. Где вы нас не найдете, потому что у нас есть свой сайт, у нас есть страница в Фейсбуке, ВКонтакте. У нас огромное количество программ в ближайшее время. Некоторые даже, я боюсь, еще объявлять. Еще неизвестно, выучим ли мы это. Так. Thank you.
Спасибо большое, Роман Цикачев, Александр Языков, Виктор Бирапкин, Юрий Севастьянов, Сергей Баулин, Павел Ломанов, Сергей Пономарев, Владимир Смирнов, Архив Самсонов, Сергей Невозединов, Андрей Лавриненко, Александр Мурашкин, Роман Салмасов, Александр Зидин, Владимир Мистеренко. И все вместе мы команда. Спасибо вам большое. Yeah!